Поехали. Наша очередь. Две там у нас, Наташа. Две было. Смотри, пожалуйста. Я, блядь, рыгать хочу. Тихо, Владимир Иванович. Потом как-нибудь. Ну иди на улицу, ё-моё, ты чё ж? Побыстрее двигайся, дядь Володь. О, не здоровится Владимир Иванович, приболел. Пока одна, вторая, если она поступила, то она еще в программу записала. Это значит Олегу пока. А письмо? Письмо может быть? На тебя вот только одна посылка. Все, пришел. Понял. Ну вот я объясняю, если сегодняшнее, то возможно еще и... Хорошо, хорошо. Олег, это тебе получается. Вот сейчас. Да. От тебе. $19,115. Как-нибудь в следующий раз. Консерву, Олега. Пожалуйста. Спасибо. Пойдем. Не надо. Одна, Владимир Иванович. Тебе нету. Не пришла. Ну вот одна на мое имя, это Олега. Олегану. Сейчас Олег нам покажет. Еще в пути. Или не дошла еще твоя? Ну что, погнали, Олег, посмотрим. Угу. Что там есть-то? Аккуратненько смотри, открывай. Не порви, не поломай. Садись. Владимир Иванович, присаживайся тоже. Держи ножичек. С краешку смотри, как-нибудь аккуратненько здесь вот скотч отлепляй. Пять сигарет. Аккуратно, Олеган. Твоя в пути, Владимир Иванович. Ерунда. Да не так, ты как-нибудь да вставь устраивает. Там. Ты видишь хоть там что или нет? Ну, сам. Кого сам? Ну ты что, не можешь сам раскрыть? Олег. Ну-ка, а что там? Не добрался еще? Вот, да ты так не откроешь, Олег. Все, что ты там отлупляешь. Там нет нихуя. Ты что, так весь скотч будешь отлепливать? Сергей, дай прикурить. Вообще в машине не курить. Дверь открывай, Владимир Иванович. Да и что ты, блин? Сейчас, погоди. Да, посыпись ты. Не подцепил никак. Ну ножик вставь туда. Вставь сильнее, сразу прорежь по краю. Ёпта, блядь, Олег, ты как немощный какой. Да немощный, блядь, я чё же, блядь, вижу, что ли? Ты же в очках, как не видишь? В очках, очки надо менять уже, всё. Вот и прорезай аккуратненько, да.
Только смотри, там ничего не поломай. Пошла? Вроде бы как. Ну вот ножичком подрезай там. Аккуратненько. Ты что, Олеж? Ну вот теперь все. Ну вот сейчас. Теперь да, смотри, бери аккуратненько, режь. Вверх, да. Сюда. И все, и пошел. Фотомонетка, Олег, тебя опять обрадовала. Кто? Фотомонетка с Москвы. Ага. Ступина. Как она, ничего, Олег? Ступина. Олег. Ай. Как она, ничего? Да вроде ничего, нормально все. Идет там дело? А? Идет тихонечко. Ну режь дальше, Олег. Аккуратненько, не спеши. Чтоб видно было, что делаешь. Ну, что там? Давай. Так, ну, почти что. Почти, да? Ага. Давай. Как ты думаешь, что там, Олеган? Да хрен не знает, не знаю. Ну, не все еще. Ты воды меньше пей, Владимир Иванович. Иди, блин, бесы. Вырыгай, блин, лучше. Где-нибудь заед. Блин, запечатали хорошо прям. Вот это, снимай картон. Ну, вот а там уже... потом отлепишь. Давай. Попрет. Вот в бок теперь прорезай сюда немножко. Тебе скорую надо вызвать, наверное, дядь Володь. В больницу тебя не увезешь. Пусть они сами к тебе приедут. Проверят, что у тебя. Так. Зарвотные рефлексы держи. Какие-то идут. Ножик. Кто-нибудь. Ну-ка. Эх ты, блин. Хрена себе. Запечатали. Бочину давай пропарывай или разрывай. Я полностью не все, не разрезать. Давай, пошустрее, Олег. Владимир Иванович знакомый увидел. Здорово были. Вот теперь точно сейчас. Ага, давай сюда. Ну-ка. Что там, Олег? Ух ты.
Вот посмотри. Картина. Что там нарисовано на ней? Ух ты! А что написано внизу? Вот здесь, вот, вот здесь. Где я стою? Ты что внизу написано? Моя Анжела. Анжелка, да. Нормалды, Олег. Вообще пушка. Потом покажешь. Портрет, Олег. А на той стороне чего? А тут... Оба. А тут подарки, Олег, тебе, смотри. Коньячок и еще какие-то коробочки. Раскрывай. Пленку снимай. Посмотрим. Возьми. Под ноги положи. Хороший портретик, Олег. Ну да, это уже память. Ну да. Куда повесишь? В свою комнату, естественно. В свою комнату, конечно, а куда же еще? Оба. Что там такое в коробках, смотри. Оба, там пятаков тебе наложили, видал? А это все под стеклышком, Олежка. Да я понял. Все под стеклом. Коробки пустые. Чтобы не упало, наверное. Да, да, да. Для веса, чтобы не продырявили. А что, 5000? Пятерки, Олег, 5 рублей. Коробки убирай. 100 рублей дашь, Сергей? Олег. Погоди, еще их нет. Не достал. Это для друга. А это коньячок, Олег. Коньячок. Ну, коньяк элитный. Да, то не элитный. А, тут, и тут мелочь. Конечно, элитный. Открывай, посмотрим. Давай, давай. Не ссы. А мне ссать некуда. Да откройся. Владимир Иванович, следующая твоя. Должна прийти или сегодня, или завтра. Не знаю. Я думал, там две будет сразу. О, ты глянь. Вот это нормалды, Олег. Юбилейными обклеили тебя. Коньячок пятизвездочный. Ну да. А? С обеих сторон покажи. Вообще ништяк. Вот это подгонник. И там пятерки. Я вижу, вижу. Пятаки достать сможешь? Попробуем. А тут и портрет весь. Порвешь, пока достанешь дома. Ложи, ложи туда коробки, потом уберешь. Так, вот еще коробка какая-то. Это для груза. Тоже. Чтобы не порвался, да. Ложи туда сбоку. Тебе, Владимир Иванович, тоже пятаки такие прилетали. Помнишь, пачками? А? Во, Олежка. Забирай. Портрет только смотри, не порви. Пять рублей. Ну, да. Собирай в пачку, да поедем. Давай я их сюда сейчас соберу. Или ты дома соберешь? А, Олеган? Они действительно не Сань? Ну, конечно, настоящие пятерки. Мы уже такие получали, Владимир Иванович брал. Менял. Да, нет, сигареты 100 рублей. Я пускай лежит, потом покажу, потом дам. Сейчас на месте все сложу. Да они уже как бы и не нужны здесь на месте, их выкинуть, Олег. Пустые коробки выкинуть, а портрет занести домой. Аккуратненько пятачки снять. Нет, чтобы сейчас это... А вот видишь, вот эта штучка, это на гвоздик вешать. Гвоздик вкручиваешь в стену. Так, это... Это все за борт, Олег. Вот это точно не за борт. Ну, коньяк, естественно. Что, домой давай отвезем его? Да сейчас машина подъедет. Портрет давай домой отвезем, причем машина.
Ты что, с ним ходить будешь, что ли, по улице? Олег, дай 100 рублей на сигареты. Олегант, ты слышишь, что говорю? Я слышу тебя, Саня. Поехали, портрет Сань. Отвезем. Сань, дай сигарет. На дороге, Владимир Иванович, не курим. Только на месте. Ну как прибабахаешь портрет, скажешь потом, куда повесил? Есть, есть. Хорошо скажу. Во. Вчера все, я говорю, обещал бы, я тебе позвонил, блин, через Сашкин номер. Молодец, салют хороший был. Всем понравилось. Следующая твоя, дядь Володь. Сильно не расстраивайся. Сегодня-завтра должны получить. Ты понял? А, Владимир Иванович? Понял. Дождик, что ли, пошел? Да есть немного. А ты, значит, работаешь сегодня, да? Пока возможно, да. С утра? Нет, с обеда. А с утра что делал? Спал. А меня отпускали, у меня звук был. А-а-а. Тебе можно, да? Ну да. Ну все, друзья, посылочку получили. Всем большой привет. И им огромный привет. Огромный привет. И что еще надо сказать, Олег? Огромное спасибо. Во. Что вы нас так... балуете. Балуете, ну и любите. Во. Пойдет. До новых встреч, друзья. Спасибо, что с нами. Подписывайтесь на канал. Канал у нас один. В Ютубе вот этот официальный. 73 тысячи почти подписчиков. Все остальные фейки и мошенники.